Урожай картофеля в этом году не оправдал надежды крестьян и фермеров. Кроме засухи, еще одной проблемой для картофеловодов является резкое увеличение количества грызунов, которое приносит огромный вред картофелю. Сельчане недовольны не только полученным урожаем, но и ценами на картофель. Но вот житель города Нинасминда Хачатурал Ванджан доволен своим урожаем, так как у него была возможность орошать картофельное поле. Сейчас, по данным нашего опроса, килограмм картошки стоит всего лишь от 65 до 70 тетри. Жители жалуются, что в этом году все факторы помешали росту картофеля, и большинство жителей из-за непогоды получили очень низкий урожай. Вот чераце, кине есть чудем, ксем ватцем ватцнеге нагди, хабарчем, бац и медадзелосор, что стар танки я минул тарцелиде, картоф чега. Урна картоли перка эткан лав чер, ке жамарач вереви арде канатинг ми, хеж мартем ге кандер вайте дарди церку мишо картол хази филлер, ксан сутка. Ете еган актар мир картолин тех чилер. Шадла ве вот чинжан хитре. Медника, пукарника, чорчуна, Андреев Челинеле. Мианкам вор Челинг, мир картолин тех Челине. Мианкам, Авельчи. Мир модесте ханаучун чика Челине. Ты знаешь, вот мы канал Чансни, Виревне, канал Нерекан, им бесерецин, овор шаде цане, ересун сол хектар, ксан хектар, джура ирен, киренц, пагецин, им бесмартика канали кохне, пачи Челине. Чи асцели. Ну, а ты что, ты чекс, вацани, ты три, еще откиди. Вацани, ангов, чажет. Вацани, ты три, нынче. И старва там, джанки.